Всем привет! В сегодняшнем видео хочу показать вам новые товары с сайта AliExpress и вместе с вами их протестирую. Давайте начнем. Первые посылочки это у нас лаки для стемпинга от Katz. 4 штучки пришли. Они, кстати, очень-очень долго. Думала, уже и не придут. Месяца 2,5, наверное. Может, даже чуть больше. Да, наверное, даже побольше, потому что срок закончился. Его уже сам продавец продлил. И вот они потом уже через некоторое время пришли. 4 штучки. Это был сет, по-моему. Точно не помню уже. Потому что у меня и с сетом заказано, и по отдельности заказано. Может, это даже и отдельно. Ну, в общем, ссылочку оставлю, посмотрите. Вот такие вот 4 цвета заказала. Вот этот цвет мне продавец поменял. Сразу он мне написал. Там, по-моему, тот, который я хотела, не было. И он попросил поменять. Я, в общем, согласилась вместе, написала ему, что можно поменять вот такой цвет. Он мне поменял. Следующая посылочка. Это вот такие блестяшки. Пришли. Не знаю, как их называют. Правда, еще не открывается, но сейчас я открою тогда без вас, покажу. Так, ну вот я открыла. Вот, как видите, все хорошо запаковано под пленочкой. Вот. Сейчас я уберу ее, лишний мусор. Вот такие вот 12 разноцветных блестяшек. Кстати, девочки, подскажите, пожалуйста, как они точно называются, а то я постоянно путаюсь в этих названиях. Вот. Наполнение такое, не знаю, чуть поменьше половины. Ну, такое прилично, хорошее наполнение. И они, кстати, на момент покупки были недорогие. Так что присмотритесь. Ссылочку я оставлю. Так красиво. Единственное, что название, не знаю как, вот подскажите, пожалуйста. Называются эти блестяшки. Так, следующая. Тоже блестяшка. Эта блестяшка тоже, можно сказать, потеряшка. Заказывала ее еще в сентябре, по-моему. Так, вот это вот, даже это не блестяшка. Черный пигмент. Так, сейчас открою, посмотрим. Так, ну вот я тут открыла. Не знаю, он даже не черный, он серый, что ли. Так, ну-ка. Вот тут видно. Птирка такая. Такая вот, не знаю. Темно-серебристая, что ли, или какая-то серая. Ну, в общем, не знаю, надо посмотреть на типсах. Вот. Что она себя представляет? Так, следующая посылочка — это наклеечки. Так, еще больше нет. Наклейки. Таких вот 4 штучки с цветочками. Все вот эти посылки, которые сегодня, они практически все шли очень-очень долго. Вот эту, конкретно вот эти вот цветочки, они шли, по-моему, я даже не помню, но несколько месяцев это точно. У них уже даже, когда продавец продлил защиту, и та защита практически закончилась, вот только они потом пришли. Не знаю, где они гуляли, где-то неизвестно где. Так, 2 лака Розали.
тоже заказывала их, когда были на них, в общем, хорошие акции, все знаете, это они там стоили по 13, по 14 рублей. Сейчас не знаю, правда, сколько стоят. Вот такой вот нюдовый цвет. Белый. Просто белый вот такой номер. Тот у нас вот такой. Стандартные они, эти пластмассовые, не стеклянные. Тут еще блестяшки есть. Тоже гуляли. Не знаю, где. Целая куча. На 100 лет хватит. Такие вот сине-красные. Но сейчас как раз, кстати, с ними можно делать дизайн. Вот конкретно с этими новогодние. Думаю, что очень красиво будет куда-нибудь применить. Ну и вот такие красные. Все они стоили, по-моему, по 11 рублей. Поэтому грех было не взять. Все, наверное, нахватали их. Когда они так стоили, сейчас не знаю, правда, есть они или нет по такой цене. Ссылочки я, в общем, на все буду оставлять. Все, что тут здесь вижу. Так, ну, стандартные снегири. По-моему, они тоже у всех есть. Но это не 5D, это 3D. Вот такие вот обычные. Думаю, у всех есть. Мне тоже надо. Ну, кстати, вот эти вот снегири, они пришли быстро. Очень быстро пришли. Ну, хорошо запакованы. Ничего нигде не помялось, рвалось. Отлично. Следующая посылочка. Это наклейки тоже. Так, это листики черные, черные. Ну, тут маленько белых каких-то есть рисунков. Так, что они у нас одни, что ли? Ну-ка посмотрим. Да, просто вот такая вот одна бумажка. Больше ничего нет. Следующая это просто спонжик. Для макияжа, для тоналки. Ну, в общем, все знают, для чего она нужна. Для лица. Так, и еще, девочки, эти тоже недолго шли. Вот эти две пластинки взяла на пробу. Пластмассовые. У меня есть где-то одна. Единственный в ней минус в той пластинке. Просто что вот ничего, ну, плохо видно, да. И поэтому как-то этот, ну, неплохо пользуюсь ей. Но мне вот эти тоже понравились. Они стоили рублей, по-моему, то ли 31 рубль, то ли 32 на момент заказа. Я взяла вот это вот новогодняя. Сегодня, кстати, ее хочу сделать с ней дизайны. Попробовать на типсах. Как-то рисунки в ней, конечно, не знаю, вот моем видно, не видно, но прикольно, новогодняя пластинка. Гравировочка. Ну, вроде ничего хорошего, так вот, если пощупать. Ну, посмотрим, протестируем. Взяла, грушу две на пробу просто. И вот такая тоже пластинка. Здесь у нас всякие животные, птицы. Тоже всякие рисунки. Вот вверху, видите, здесь вот такой рисунок киса в цветочках, птички. Ну, в общем, хорошая. На первый взгляд, посмотрим, как работает. Ну, как раз тут и лаки прислали. Заодно и посмотрим. Вот такой еще лак сейчас покажу. Взяла тоже один на пробу. Этот лак, кстати, пришел быстро. Это заказывала я на 11.11. Вот он уже здесь. Так, называется и нагло. Или... Если я правильно, конечно, прочитала. Или как. Вот такой вот взяла на пробу. Какой-то он разноцветный. Здесь и
синенькие какие-то мелкие блесточки. И покрупнее шестигранички. Так, вон у нас 8 миллилитров. Кстати, наполнение. Наполнение вообще хорошее. Ну, вот, как видите, до плечиков. Даже, можно сказать, абсолютно полный пузыречек. Ну, пузыречек с маслом. Вот такой вот у него номер. Так, сроков не вижу. Единственное, что после вскрытия 18 месяцев вижу. Больше ничего не вижу, ничего нигде не указано. Ну, посмотрим. Так, на первый взгляд, очень хороший. Ну, один взяла на пробу. Тоже протестируем. Так, здесь, по-моему, пластинка должна быть. Так, сейчас. Да, пластинка от Nicole Diary. Тоже новогодняя. Так. Такая же, тоже много у кого видела. Мне тоже она очень понравилась. Решила себе ее тоже приобрести. Так, сейчас я ее открою. Так, девочки, вот открыла. Вот такая вот. Ну, думаю, что хорошая, потому что у кого-то видела, тестировали. Понравилась мне. Ну, тоже пришла довольно быстро. Тоже заказывала в начале ноября. Так, а здесь что у нас? Это тоже потеряшка. Это с листиками, которые теперь, видимо, только в следующей осени пойдут в ход. Ну, что сделаешь? Ладно, хоть вообще дошла. Ну, вот такая вот обычная. Об ней пока не будем ничего говорить, потому что у всех тоже не есть. Вот моя почему-то где-то гуляла. Так, девчонки, давайте теперь приступим к тестированию. Начнем тестирование с выкраски гель-лаков. Этих вот. И вот этого. Ну, давайте вот начнем вот с этого. Мне самой очень интересно. Так, на первый взгляд он, конечно, очень красивый. Посмотрим. Так, заберу тут лишнее. Ой, вот он. Я не знаю, цвет-то у него молочный, наверное. Что ли. Частичек очень много. Он такой вот, ну, плотненький, хороший. Хороший лак. Понравился мне. Вот смотрите, какой. Такой прямо, знаете, новогодний. Вот если вот, да, вообще классный. Хороший. Понравился мне. Так что присмотритесь к таким лакам. В один слой, во второго слоя, по крайней мере, на типсе не понадобится. Так, посмотрим теперь вот этот вот лак. Ну, это просто белый. Думаю, что он хороший. Ну, скорее всего, понадобится, конечно, два слоя. Но, так, на первый взгляд, хороший лак. Я нанесу его в один слой, наверное. Так, вот видите, разровнялся отлично. Так. Хороший лак. И сейчас следующий. Сразу все просушим. Вот такой вот. Цвет вот этот очень прикольный. Камера его передает правильно. У меня такого цвета, между прочим, нет. Ложится очень хорошо. Вот в один слой. Видите, все типсу перекрыл. Классный. Так, ну, в общем, все лаки просохли. Все я их нанесла в один слой. Сейчас покажу. Вот этот лак. Ой, секундочку. Я фокус. Сейчас найдем. Так, ну вот, нашелся фокус наш. Так, ну, в общем, вот этот я в один слой нанесла.
Он, я не знаю, по-моему, молочный. Такой тип себе, конечно, не особо видать. Молочный, с зеленым, зелененький, голубенький. Такие мелкие блесточки. Ну, вот видно на камеру, конечно. И красненькие такие, они побольше. Смотрится очень красиво. Новый год, наверное, актуально очень будет. Ну и вот эти вот простые. Вот этот вот лак нюдовый, он такой темно-розовый, что ли, припыленный. Ну вот в один слой его нанесла, всю типс он перекрыл. Ну этот тоже практически. Ну в два слоя бот он идеально белый. Просто белый, что можно сказать. Так что вот. Теперь я хочу попробовать, конечно, вот эти вот пластинки. Сейчас я попробую, как они работают. И потом мы сделаем вот из одной вот этой пластинки, попробую хотя бы новогодние дизайны какие-нибудь. Так, в общем, сейчас я лаки достану, которые сегодня были на обзоре у нас, вот эти вот. И будем пока ими пробовать. Быстренько попробую, работает оно или нет. Так, в общем, все припасла. Начнем. Пока буду вот на вот такую вот штучку, силиконовый коврик. Так, вот плохо в них то, что вот не видно, как говорится, ни хрена. Ну ладно. Главное, лишь бы были рабочие. Так, ну-ка. Не знаю, пока что-то не очень. Сейчас посмотрю еще. Так, в общем, девчонки, на затея у меня вот этот коврик что-то. Не знаю, плохая была идея. Достала я свой альбомчик. Вот, сделала вот этим штампиком двойным. Ну, вот этим верхним. В общем, оно вот так вот у меня сделалось. Мне не очень понравилось. Взяла я свою любимую кису, которую делает зайчика, которого теперь рекламирую в каждом видео. Вот это вот белого. И перенесло все хорошо. Целой пластинки. Так, сейчас будем пробовать дальше. Давайте еще что-нибудь попробуем. Я говорю, не видно ничего. Так, ну вот здесь какой-то домик хотела я посмотреть. Получил или нет. Так, сейчас поглядим. Так. Так, вот. Так, лишнее не стряхнуло, но самое главное, что домик перенесся. Сейчас обязательно я уберу. Так, ну вот. В принципе, пластинка рабочая. Единственное, что ну вот к ней тоже нужен подход. Ну, с таким хорошим штампом ничего не страшно. Лак тоже, кстати, очень хороший, этот КАЦ. У меня же там есть парочку таких, там я, в общем, взяла. Еще так, вот эту вот звезду еще хочу посмотреть. Потом попробую сделать дизайны. Ну, я покажу вам уже в готовом варианте их. Еще раз попробуем вот эту вот, давайте, часть. Ну, вот этой частью все хорошо перенеслось. Она тоже очень хорошая, липка. Вот видите. Отлично. Так, теперь, девочки, перейдем вот к этой пластине. Так-то мне рисунки тоже хорошие. Посмотрим, как они работают. Вот, давайте вот этот. Тут, по-моему, какая-то птичка. Да, конечно, видно плохо. Ну, вот так вот берешь, видите, ну, не видно пока на камеру, но видно хорошо все. Когда уже накрасишь, не знаю, вот смотрите, видите, как хорошо перенеслась гравировка. Это, в принципе, хорошая у них. В общем, пока болтала с вами, тут уже успела все подсохнуть. Ну, на штампик вот все хорошо перенеслось.
Так, сейчас другой рисуночек попробуем. Так, сейчас я тут припасу только, чтобы по-быстрому все переносить, а то у меня что-то как-то тут все неудобно сегодня сделано. Так, сейчас тут положу. Давайте рядышком тут. Птички. Да, тут везде птички. Так, попробую я вот этот сейчас по-быстрому. Этот уже не хочет переносить. Так, ну-ка этот. И этот тоже. Ой, девчонки, пока разговаривала, все подсохло. Так что буду сейчас без разговоров. Попробую быстро все отпечатать. Гравировка, видимо, не глубокая. Работать надо быстро. Вот видите, сразу двух птичек отпечатала. Так, закроем этот лак. Еще давайте вот здесь вверху что-нибудь возьмем. Так, если работать быстро, то все отлично переносится. Вот кисов в цветочках, которая мне очень понравилась. Так что пластинка тоже рабочая. Только надо уметь к ней найти подход. Так, чуть-чуть подубралась маленько. Сейчас будем тестировать мы вот эту пластинку. Так, ну, где фокус вот эту. Так, что-то я ее... хотела протереть, как-то плохо протерла. Сейчас протру. Так, ну вот я еще раз протерла. Всегда протираю почему-то пластинки перед использованием. Не знаю, откуда это я взяла. Ну, в общем, протираю. Так. Пробуем. Серединку. Так, все. В принципе, это перенеслось. Вот так, фокус. Вот. Ну, я сейчас проверяю, что лишь бы только оно, понимаете, бывает, что где-то что-то загнуто, да где-то гнуто. Ну, вроде она такая прямая, так что она должна быть вся рабочая. Вот. Так, что-то падает у меня все лак. Давайте вот тут еще. Много проверять не буду, потому что, еще раз говорю, у многих она уже есть. Волосик упал маленько, ну ладно, так. Вот. Все, пластинка отлично. Вот такая вот. А, сейчас еще третий раз попробую. Хотела я еще проверить, вот таким штампом работает ли она. А то те пластинки тем штампом, сами видели, не очень. Как-то он им зашел. Зашел только силиконовые зашли. Так. Здесь, кстати, что-то у меня тоже. Нет, не знаю я. То ли я что-то сегодня мудрю, то ли чего. Сейчас еще раз попробую. Опять все подсохнет, пока я тут тра-ля-ля. Да. Так, ну пока я пластинки убираю. Блин, вот так. Тут что-то очень все грязно. Хочу маленько поменять фон. А то что-то такая грязь. Вот листочек подложу, чтобы было почище. Так, и хочу вот теперь хотя бы один из таких блестяшки, одну из такой. Тут шестигранники, мелкие, крупные. Ну, не знаю, так они называются, не так. Посмотрим. Так, девчонки, ну вот я открыла. Одну из них возьму. Первую открыла. И попробую нанести. Вот тут нанесла тоже базу. В общем, не знаю.
знаю, как бы мне нанести. Кстати, у меня ведь где-то с прошлой распаковки, я не помню, куда положила эти, ну, палки для размешивания. Надо было их взять. Ну ладно, уж сейчас не пойду. В следующий раз обязательно надо будет взять. Так, ладно. Насыплю, конечно, мимо, ну, потом уберу. Листочек специально подклала под это все. Так, ну-ка. Фокус что-то сегодня вообще гуляет. Ну так, блесточки хорошие. Только почему-то крупными, между прочим. Не этот. Не хотят ложаться. Так, ну. Вот так примерно. Ну так, прикольно. Хорошие блесточки. Ну, не знаю, тут и шестигранники, и вот вижу, и квадратики, и, в общем, целая куча. Микс всяких блестюшек. Так что вот так. Всяко-разно переливается. И вот таких вот их, считай, 12 разных цветов. Хорошие, понравились. Девочки, еще за кадром сразу нанесла я вот эту вот втирочку, которую думала, что черная, думала, оказалась она такая темно-серая, дымчатая, не знаю. Ну, так-то прикольно, конечно. Ничего, хорошая. И еще, в общем, за кадром я сделала вот с этой пластинки, попробовала один экспресс-дизайн вот с зайцем. Вот он. Так, и бабочку к нему, вот эту нижнюю тоже прицепила. Так, просто посмотри, как на типсах. А то все время на листочках, да на листочках. Вот тут охота была посмотреть. Так, и еще одну пластинку. Так, вот эту вот тоже сделала. Два вот таких вот. Только синенький и красненький. Это с этим сделала, с наклейками, со снегирями. Взяла самый, ну, самого простого, в общем, снегиря там. Без веточек, без всего. На какой-то рябине он. В общем, ну, рябину тут не особо видно. Ну, эти сама дорисовала, типа елочки. Ну, в общем, на голубенький лак с блестяшками. Ну, я хотела попробовать, как будет, потому что мне очень нравятся такие сочетания. Скорее всего, себе такое буду делать. Вот и решила попробовать. Ну и вот от Николь Дайри еще тут два дизайна. Вот с этой пластинки еще. А тут два тоже по-быстренькому. В общем. Вот. В общем, на этом видео свое буду заканчивать. Всем, кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно комментируйте. Всем пока-пока.